Всем привет, друзья! Сегодня это последняя серия Лиги Чемпионов 2017-2018 УЕФА. Сегодня у нас полуфиналы, и я решился их все-таки прокомментировать, потому что самое интересное именно в полуфиналах. Реал Мадрид Бавария. Мюллер выводит Баварию на первой же минуте. Причем на Сантьяго Бернабео кросс сравнивает. А мы помним, как играл Ман Юнайтед. Он обыграл Реал дома у них 1-0. Так, здесь Криштиану еще выводит вперед, молодец. И проиграл на Олд Траффорде 2-1. Так что там уже по домашним, по гостевым голам сравнивали. И тут Гаррет Бейл выводит на 3-1 на 85-й. И Алаба уменьшает преимущество 3-2. Ну что же. Челси Тоттенхэм, вот моя единственная команда осталась в Лиге Чемпионов. Любимая это Челси. Ну что ж, я верю в них. Диего Коста ставит точку. Он, кстати, Мюллер по 5 мячей теперь с Диего Коста. Но Мюллер забил один, посмотрим, сколько забьет еще и Коста. Канте, все. Это уже точно, в этом матче побеждает Челси. Диего Коста делает дубль, и он теперь лучший бомбардир в Лиге Чемпионов. Но там еще мы, кстати, сплюсуем. Кейн забивает один. Сплюсуем с групповым этапом. Матч 4-1. Ну что ж, друзья. Скорее всего, выиграет Челси в этом единоборстве. 3-2 выиграл Реал у себя дома. Посмотрим, как в Германии они сыграют. Бензема, на этой четвертой 2-0. Бензема отлично себя показывает. Дуглас Коста уменьшает преимущество на 41-й. Бейл получает серьезную травму. Лукас Васкьес забивает 3-1. Будет ли 3-2? Нет. Все, 3-1. Реал проходит дальше. И сегодня у нас домашний матч для Тоттенхэма. И очень важный для Челси. Челси выбили из этого турнира Барсу. Я очень верю, что должны выбить Тоттенхэм. 4-1 был таков счет в домашнем матче. Азар забил на 13-й минуте. Кехио получает травму, но его не меняет. Значит, расходился. Вертонген сравнивает счет. Вертонген делает дубл. Диего Коста сравнивает счет. Это уже какой же там мяч. Ну, в общем, Диего Коста лучший бомбардир в плей-оффе на данный момент. Ну и все, ничья. Это приносит огромную победу для Челси. И вот он, этот финал. Друзья, как вы, может, уже видели в матче знакомства, в матче челлендж тройка, в общем, друг Максим, которого вы помните, который был в футболке сборной России, он болеет за Реал, вот прям душой и сердцем. Я болею за Барселону, как вам сказал, Челси и Ман Юнайтед, так что сейчас будет это противостояние. Итак, кстати, так можно было, друзья, и давайте все-таки мы посмотрим этот финал. Я надеюсь на Челси. 10 минут прошло. Роналду, Канте сравнивает. Диего Коста травма, но нет, кросс желтый там еще. Скорее всего, кросс сделал подкат Диего Косте, и Коста получает травму. Нужно, друзья, я верю в вас. Сердце бьется. Матич! Да, друзья, Челси становится обладателем Лиги Чемпионов. Итак, Коста 7 мячей. Лучший игрок Коста, лучший вратарь. Что-то я не понял. Ну, в общем, вот, Челси чемпион. А? Выкуси. Максим, выкуси, это именно тебе я говорю. Льорис лучший вратарь, как бы. 3. Победу в сухую. Ну что ж, друзья, спасибо вам за поддержку, за то, что вы смотрите наш канал все это время, поддерживаете как бы вашими просмотрами, но все-таки приятнее было бы лайки получать. Ну что же, заканчиваем мы этот турнир. Будем через год его же возобновлять. До новых встреч, друзья. До свидания. Челси forever.